1 декабря 1916 года. Я думал, все будет в порядке, но Лебаро оказалось опасным местом. Я сглупил, отправившись в одиночку. Как только я вошел в лес, то тут же был окружен французскими солдатами. Если бы я только послушал товарищей. Французы подстрелили меня, раздробили кость и оставили. Все, что я видел, истекая кровью на земле, это тела, наваленные до самого неба. И все это за 7,5 метров грязи. 1 декабря 1916 года. Барьер похож на пойманную молнию. Это какая-то ловушка против машин, которые используют тут эти существа. Декабря 1916 года. Снег растаял, и мы шли по жидкой грязи. Еда и вода подходят к концу, но Дуамон мы взяли. На холме был храм. Мы закопали его, чтобы спрятать от трусов-дезертиров, которые не хотят сражаться за империю. От храма до следующего поля боя прорыли туннель. Британцы сюда не доберутся, но не доберутся и дезертиры. Храм на холме? Ладно. Думаю, если я хочу выяснить, что тут происходит, мне прямая дорога туда. Какие у вас тут? Я бы от таких не отказался.
смотри, какой красавец! Всех животных. Зубы и клыки, пули, ядовитый газ. Каждый хочет только убивать. Вот это счастье. Неплохо. Но я еще жив. Скоро станет обедом.
10 декабря 1916 года. Милые люди оберегали меня, кормили и поили 4 дня. Они спрятали меня в подвале дома. Я тут жил и спал. Но вчера начали стрелять снайперы и убили бедных хозяев дома. Кое-кто из нас построил укрытие на холме, хорошо спрятав вход от тех, кто бежал раньше. Но холм мы потеряли. Он достался силам эксперимента. Теперь здесь только я и пара друзей. Они называют нас дезертирами. Только мы не трусы. Мы просто против того, что они делают. Власти нас ищут. Сначала они сажали пойманных за решетку, но теперь просто убивали. Я боюсь даже дышать. Кругом снайперы. Всеми нами повелевает судьба. И лишь от нее теперь зависит, найдут нас их пули или нет. Ночь еще хуже. Появляется там. Теперь немцы сражаются друг с другом. Похоже, тут совсем другая война теперь. В прямом смысле. А не творение ли это рук людей? Thank you.
оставляешь мне выбора. Говорят, собака друг человека. Они же едят его. Станет обедом. Десятое декабря. Теперь немцы сражаются друг с другом. Похоже, тут совсем другая война теперь. Это место превратило нас всех в животных. Зубы, курки, пули, ядовитый газ. Каждый хочет только убивать. Вот тебе, урод! О, отлично. От этой боли таблетки не помогут. В прямом смысле. А не творение ли это рук людских? О, черт! 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 Что случилось? Муж вернулся из командировки. Пусти меня! Что-то за тобой гонится? Да! То есть нет! Черт! Ладно, выкладывай. Что тут происходит? Тебе этого не понять! Отпусти меня! Черт, снайперы! Нужно быть осторожнее. Эй, я тут! Ты еще живой? Слушай. Спокойнее, спокойнее. Слушай, это все Циммерман. Мы верим, он сошел с ума. То, что делает с нашими людьми, это же чистое безумие. Со своими собственными людьми. А мы теперь считаемся предателями.
Потому что пытались его остановить. Эта штука с бессмертием. Он рассылает фантомов. Тащит людей в реку. Пока вода не покраснеет. Это из-за этой кровли. Они ей питаются. Даже наши собаки прокляты. Мы все прокляты. Ты храбро сражался. Гордись этим. Это еще не конец. Все это. Мы теперь на одной стороне, американец. Забудь об этом. Мне наплевать на стороны. Слушай, там на холме есть броня. Возьми ее. И будь осторожен. Ночью они летают. Они... Покойся с миром. Остался бы с мамочкой! Снайперская винтовка. Всю гадость можно будет разглядывать издалека. Я не против. Восьмое сентября 1916 года. Тут так одиноко. Весь мой отряд погиб под Сувилем. Нападение было обречено, я знаю. Они отдали приказ, но они не смотрели, как мы умираем. Я горжусь своими солдатами, но французы имеют больше оснований для гордости. Сувиль стал нам братской могилой. Уважай мое мастерство! Черт, пути нет. Нужно найти другой вариант. Ну вот. Кого-то встречающие. Вот так!
тебе! Так, а здесь у нас что? Amigo. Точно у меня! Декабря 1916 года. Газ меня пугает. Мы использовали его больше, чем следовало, и теперь сами задыхаемся. Кифер говорит, запасы подходят к концу, а снабжению не пробиться к нам. Британские твари уничтожили грузовики. Я уже готов есть крыс. Серьезно. Еще тут есть хлеб и вполне съедобная бумага из моего дневника. Кифер сегодня развел костер. Обед состоял из крыс. Уж лучше бы нам еще хлеба сбросили вместо этого газа. Говорят, поставки слишком опасны. Ну да, для них. А нам как быть? Похоже, они думают, что хороший солдат — это мертвый солдат. Если нашим парням суждено умереть, то пусть они покоятся с миром. Но сейчас приходится зажимать нос не только из-за газа, а еще из-за вони трупов.
от правосудия! Хватит с меня! Я защищаю! Немец хотел, чтобы я это взял. Посмотрим, удастся ли мне продолжить его дело. Следующая остановка ад. Матерь Божья, а я думал, я сегодня уже все повидал. В этом месте у меня нет никаких шансов. Нужно быстрее добраться до траншеи. Thank you.
хочешь меня разозлить? Немедленно! Атакуйте!
попытайтесь это прекратить. Я же просто проливаю. Да это специальное слово. Слово «война». Не лезь ко мне, противный, а то я снова убегу. Имей в виду. Почему никто меня не слушает?
нее. Очень ничего.
ты такой? Как ты смеешь тревожить меня во время работы? Это ты, Циммерман? Из-за тебя вся эта суета? Нет, меня зовут Йоган Мерк. Я был ассистентом Циммермана, но его больше нет. Можно сказать, что он перешел на другую сторону. Я в курсе. Где он? Поверь мне, знал бы, рассказал. Циммерман сам устанавливает правила для себя. На войне и в любви все средства хороши, знаешь, как говорят. Но он... В общем, Циммерман играет с силами, о которых ты и понятия не имеешь. Если бы ты только знал, что здесь случилось. Значит, понятия. Ну, посмотрим. Драконы, гигантские чудовища, ожившие покойники. Продолжать? Это лишь начало. Позволь мне тебя просветить, мой американский друг. Была создана связь, совершенно невероятная, между поверхностью Земли и другим измерением, миром, о котором ранее не знала ни одна живая душа. Мы в процессе чудовищного изменения природы нашей планеты. Знаешь, еще вчера я бы сказал, что ты на 100% спятил, но теперь... Я только хочу знать, где он. Я же сказал, я не знаю. Постой, я могу показать тебе карту. Может быть, это тебе поможет. А, кто? Вот. Боже, как глупо с твоей стороны. Ты не особенно умен, да? Ну ладно, прощай. Я чувствую, нам еще предстоит встретиться в ближайшем будущем. Скоро ты поймешь, что я все чересчур честно тебе объяснил. Поймешь через боль. Ха-ха-ха-ха! А для этого нужно добраться до вершины холма. Стой!
У вас тут собрание, что ли? Хорошо, я тебя понял. Ты сильный парень. Если еще надо. Все девки погибли. Эй, слушай, давай попробуем победить. У тебя друзей нет?